Одинцовский лицей номер 2 в апреле отмечает свой день рождения. В честь этого события в учебном заведении состоялся традиционный фестиваль талантов «Все флаги в гости к нам». Дети разных национальностей приняли участие в праздничном концерте. Им помогали родители и педагоги. 2 апреля 1984 года открылась новая школа в новом микрорайоне. И сегодня лицей номер 2, 35. Сегодня заключительный, пожалуй, праздник, который готовился весь год. Сегодня праздник для детей, учителей и родителей. В этом празднике приняли участие все те, кто сегодня пришел. Нет пассивных зрителей, все активные участники. На сцене, сменяя друг друга, выступают представители Ингушетии и Дагестана, Армении и Азербайджана, Японии и Индии, Ирана, Ирландии, Украины. Представители многих национальностей учатся во втором лицее. Все классы, а их 40, приготовили свои номера. Кто-то шил костюмы, кто-то готовил национальные блюда, разучивал танцы и песни. Подготовка к празднику длилась целый год. Концерт состоял из двух отделений. Первое было посвящено культуре и искусству России. Много нас разных, задорных, веселых, светлых и темных, красивых, здоровых. Сколько же вместе дорог будет пройдено? Край у нас общий и общая родина. И чтобы Россия могла процветать, душою и сердцем должны мы понять, что мир от отцов нам достался в наследство, а дружба для мира – надежное средство. Мне еще раз хочется поздравить всех тех, кто любит лицей номер 2, кто знает лицей номер 2, с юбилеем. 35 – это не так много, это только самый взлет. Впереди у нас много успехов, много, я надеюсь, хороших, талантливых детей, много творческих, любящих детей и свое дело учителей. С юбилеем! В зале не смолкали аплодисменты, выступления смотрелись на одном дыхании. Красота и мелодичность, задоры и улыбки. Который год – это визитная карточка фестиваля «Все флаги в гости к нам». Анна Макарова, Алексей Лагутин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».